живу не очень близко и не очень далеко. А зовут меня Дениска, вы запомните легко. Распеваю песню эту, с нею крепко я дружу. По секрету всему свету, по секрету, по секрету, по секрету всему свету о себе я расскажу. О себе я расскажу. Если лучше человека вам захочется понять, что он любит, что не любит, постарайтесь разузнать, чем он сердце ваше тронет, с кем сдружился он навек. И тогда как на ладони, на ладони, на ладони, и тогда как на ладони будет виден человек, будет виден человек. Ла-л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 а
ладони, будет виден человек, будет виден человек. Это мой друг. Да ладно, Мишка. Ты не фантазер, вещи. Мы с ним под соли вместе съели. Мороженого пудов 100, наверное. Но сначала я расскажу вам, как один раз с Мишкой мы были на школьном карнавале. Придумал карнавал, был, наверное, добрый малый. Я б ему награду дал, присудил бы приз, пожалуй. Трубы весело поют от рассвета до заката, всех сюда они зовут. Торопитесь к нам, ребята. Скажите, там увижу, нос курносый нахожу и толпу веснушек рыжих. Но в маске ты другой. Я и рыцарь, и волшебник. Я готов в опасный бой. Меч держу, а не учебник. Может, это были, а может, сказка? Маска, маска, дай ответ. Не дает ответа маска. Всех вокруг околдовал этот вечер небывалый. Кто придумал карнавал, тот, конечно, добрый мал. Высоко облако, а под ним яблоко. В середину карнавала с неба яблоко упало. Ешьте яблоко, друзья, но руками, брат, нельзя. Зубами можно, только осторожно. Петенька! Чего тебе? Я хотела сказать одну вещь. Ой, смотри, он рукой. Нет, он не дает. Куда? Пинайки! Ой, ты крошка. А я знала, что яблоки не знают. Да ну его! Картонное, наверное. Чего смешного-то? А? Пошли отсюда. Пошли. Ха-ха-ха.
Хо-хо, хо-хо! Хо-хо, матонка, Чингачгука, приманка есть для вас. Кому хотеть, стреляй из лука, иметь ему железный рука, иметь ему железный рука и очень меткий глаз. Мокасины, лососины, томагавки, апельсины. Подстрелила крокодила, обезьяну, павиану, кашалота, бегемота. Начинай свою охоту, хо-хоу, хо-хоу. Маленький сундук. Хо-хо, и Чингачгук, мой старый папа, вигвам, хо-хо, для всех. Там стол висеть, два свежих скальпа, там на костер медвежий лапа, там на костер медвежий лапа, на пол барсучий мех. Мокасины, лососины, томагавки, апельсины. Подстрелила крокодила, обезьяну, павиану, кашалота, бегемота, начинай свою охоту, хо-хо, хо-хо. Фото лука, фото стрела, постреляй, охотник, смело. Мало расколола мальчугану. Соколиный глаз тебя нету, орлиный глаз тебя нету. Ничего, ничего. Тебе Курочкина слепота. Чего? А? Уходи отсюда. Сейчас же. Пока я родителей не позвал. Дяденька, я весился в сундук, в углу. Не знаю. Помню.
свечей украшенье карнавала. Слезы льются, как ручей, я слова не договариваю. Хочу, чтобы мальчишки никогда не огорчались. Я хочу, чтобы девчонки веселились и смеялись. Неужели, как назло, не придет он, не заглянет тот, кто 35 кило на весах моих потянет. Дяденька, 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 а что нужно сделать для того, чтобы вы не были таким грустным? Мне нужен человек, который весит ровно 35 кило. А можно я попробую? Пожалуйста. Тяжело не хватает. Сейчас я попробую. Пропустите, пожалуйста. Извините. Пардон, извините, пожалуйста. Ну-ка, ну что, расселся, тоже мне. Можно я взвешусь? Пожалуйста. Полкило лишнего. Зря ситро пил. При чем здесь ситро? Бутылку выпил, понимаешь? Ну и что? В бутылке ровно пол-литра. Знаю. А пол-литра это и есть полкило. Если б не пил воду, весил бы ровно 35. Да-да. Вот то-то и оно-то. Денис, меня осенило. Приста наш? Каким образом? Теперь твоя очередь пить ситро. У тебя ж как раз полкило не хватает. Ой, все ясно. Пошли. Бери. У тебя бутылочка. Стаканчики. Спасибо. Еще одну бутылку. Еще одну. Пожалуйста. Так. Стаканчики. Постой. А второй стакан? А нам одного хватит. Сестра. Эх. Холодный очень. Пей, пей. Так и ангину схватить можно. Не будь мнительным. Струсил, да? Пей. Ты у меня уже не живот, наверное, а целый аквариум. Ой, смотри-ка. Ну, смотри. Ничего, ничего. Ну, ну вот. Просто чудо какое-то. Порядок. Сейчас я тебя доставлю. Теперь главное не расплескать. Пропустите, пожалуйста. Извините. А
Осторожнее, Денис. Сейчас. Вот так. Взвесьте его, пожалуйста. Ты же уже взвешивался. Ну, тогда еще. Пожалуйста. Давай, Денис, скорей. Всех вокруг околдовал этот вечер небывалый. Он придумал карнавал. Он, наверное, добрый малый. Учимся мы с Мишкой в одной школе и домой ходим вместе. Всегда одной дорогой мимо пруда, по бульвару. И вот однажды... Постой, чё ты? Смотри. Видал? Пожалуйста. Спасибо. А вы, гражданин, что будете брать? Я беру слона. А у нас нет слонов, только мороженое. Это, наверное, мастер по шахматам сам с собой играет. Да просто с ним никто играть не хочет. Он, наверное, играть не умеет. Да не понимаешь ты. В шахматах я не понимаю. Пойду лучше в футбол сыграю. Безобразие. Thank you.
конечно, шляпа. Нужно ходить коня ж два. Держи кошет. Возьми кошет. Бери кошет. Держи кошет. Бери кошет. На кошет. Возьми кошет. Бери кошет. Держи кошет. Возьми кошет. На кошет. Возьми кошет. Бери кошет. Хорошо, что еще в грязи, не на камне. Ушибся, больно было. Безобразие.
Только она немножко изменила свою форму. Ничего. И ладно, пойдем отдадим ему шляпу. Зачем? Ты что? Не, Денис, я не пойду. Почему? Попадет. Вот во что твоя шляпа превратилась. Эх, вы. Головной убор в стиле 19 века. Нет, не буду в шляпу. Я ее сама надену. Сними колпак. Пойдемте, а? Ее только скрепить. Летит. Брось ты ее. Бежим отсюда. Нет. Нет. Пойду один. Может, это сам Ботвинник. Безобразие. Пойдем с ним. Заступимся. Поможем. По-моему, это не шляпа. Шляпа! Ваша шляпа! Мы ее выловили в пруду и немного повредили, когда выжимали. Но ее можно починить. Может быть, можно. Но дело не в шляпе. Слушай, ты умеешь играть в шахматы? А что вы хотите со мной сыграть? Конечно! Конечно! Что такое игра? Ни в одном словаре ясных слов вы о ней не найдете. Я и сам не могу рассказать об игре, но спою, но охотно спою, если вы мне, друзья, подпоете. Кто с детства не любил игру и не дружил со сказкой, я к тем ключа не подберу, гляжу на них с опаской. Гляжу на них с опаской. В игре людей видны черты, порывы и расчеты. Скажи, во что играешь ты, скажи, во что играешь ты, скажи, во что играешь ты, и я отвечу, кто ты. Игра от всяческих забот, целительное средство, и хорошо, когда живешь в душе кусочек детства. И хорошо, когда живет в душе кусочек детства. В игре людей видны черты, порывы и расчеты. Скажи, во что играешь ты, скажи, во что играешь ты, скажи, во что играешь ты, и я отвечу, кто ты. Что такое игра? Денис, скорее, мне сегодня никак нельзя домой опаздывать. А мне тоже. Ты понимаешь, папа приехал с работы и ждет меня. Он сегодня дежурный. Почему? Они с мамой всегда дежурят по очереди. И сегодня как раз его очередь. Да нет, ты меня не понял. Я спрашиваю, почему дежурный? По уборке или по накрыванию на стол? А? По мне. Папа приедет с работы кормить меня обедом. Покормит, а потом опять уедет на работу. Эй, ботинки. А? Сейчас почистим. Законно. Папа кормит тебя с ложечки.
Да? Думаешь, я им не помогаю? Да я им даже вчера за хлебом сходил. Им? А сам-то ни крошечки не съел? Нет. Чему? Съел один бутербродик. А может, два. Не помню точно. Ну, ты и почистил себе ботинки, на славу. Нечем. Да вот я тебе сейчас мешок дам. На, чисть. Спасибо. Ой, отлично чистит. Угу. А ты привык к нашему новому району? А как ты находишь свой дом? Ведь они все одинаковые. Да никак. Жду, когда мама на балкон уйдет. А как же ты ее узнаешь? Вполне может другая выйти. По лицу я ее из тысячи узнаю. А. Надевай. Давай я тебе помогу. Да я сам. Знаешь, я хотел тебе рассказать одну вещь. Чего? Да вот недавно было родительское собрание. И Костикова бабушка сказала моему папе, что твоя мама самая красивая в классе. Ну, твоя тоже красивая. Конечно, но твоя самая. Да, вот так-то. Мне кажется, налево. Значит, мне направо. Звони. Пока. Ты ко мне? Нет, я здесь живу. А я где живу? Не знаю, наверное, тут. Да, в этой квартире давно уже. Ой, извините, я ошибся. Дома все одинаковые. Подожди, подожди, ты какого корпуса? Истощенные силы. Нет, нет, я не хочу. Ну, возьми, ну, возьми, пожалуйста. Ну, ради нас. Пожалуйста. Ну, если ради вас обеих. Спасибо, спасибо. И вам спасибо. Постой, постой. Мне кажется, я тебя видел выходящим из подъезда дома, что против нашего. Ты был с одной очень красивой женщиной. Это могло быть? Конечно. Моя мама самая красивая в классе. Ну, беги. Если хочешь, приходи к нам в гости. Значит, туда? Туда, туда. Все вокруг одно и то же. Крыши, ниши и балконы. А дома, что так похожи, одинаково местами распевают голосами. Вот, например, дом 8, а ты 9. Тоже.
Не различу никак я вас, настолько вы похожи. Туда-сюда хожу, брожу, но дом родной не нахожу. Все та же окон полоса, все те же слышу голоса. Десятый, бас, двадцатый, бас, перед тобой мы без прикрас. А ты тридцатый. Не верю сам себе, друзья. Я слышу тонкий голосок и дом другого роста. Не увлекайся, паренек, я недостроен просто. Подгонят крышу в самый раз. Дома, скажите, почему вы так похожи, не пойму. Мы не можем догадаться, нам причина непонятна. Должны тебе признаться, друг от друга отличаться, тоже было бы приятно. Мать! Вот вечно тебя надо ждать, мама. Где ты болтался? Ну, я совсем промочил ноги, потому что, ну, опять заблудился. Ну, ты знаешь, ну, ужасная история. Вот наш подъезд, я не могу его отличить. Понимаешь? Он похож на все остальные, как две капли воды. Мам, мама, а я сегодня шестой. Какой шестой? А, мам, а он в том доме, в нашей квартире живет один артист. Ты его знаешь, мам? Какой еще артист? Ну вот он, знаешь, а нам все равно, а нам все равно. У него температура или нервные потрясения? Ты послушай, что он послушай, послушай, мам, быстро делай. Вот он про тропы и про зайцев, которые скажешь, немедленно. Конечно, он измучен. Я и сам иногда путаюсь в этих подъездах. Надо ему помочь. Как? Ну, надо устроить для него какую-нибудь примету, чтобы он безошибочно находил свой дом. Вот ты и придумывай ему примету, а мне некогда. Легко сказать. Придумай. А может и придумай. И сейчас же садись делать уроки. Ладно. Не ладно, а садись. Чего ж вы прилыли? Стань, Стань, будешь играть в прятки? Да. Не могу, у меня Мишка больной, я его пойду купать. Миш, позвони Дениске. Миш, позвони, позвони, Алло? Алло? Да. Да, я вас слушаю. Кто это говорит? А кто вам нужен? Мне нужен Дениска. Будьте добры, позовите его на минутку. А кто его спрашивает? Это его товарищ, Мишка. Мишка из Денискиного двора. Ты что ж ты молчишь? Не мог сразу сказать. Бестолковщина. Ну да, это я. Здорово. Здорово. Спроси, что он делает? А что ты делаешь? Свободен сейчас? Я занят. Он занят. А чем? Спроси, чем? А чем занят-то? Понимаешь, у меня здесь очень важное дело. А мы тут хотели поиграть в прятки. Я, Костик, Андрюша. Скажи про меня, что это уже здесь у тебя. Пусть приходит. И про меня. Да отстаньте вы от меня. Кто там мешает, да так, ерунда. Ну, слушай. Сейчас приду. Скажи Аленке, чтобы отошла до парапа, а то она громко дышит. Слышишь? Что ты дышишь, как паровоз? Аленка.
Отойди от аппарата. Не дыши. В ушах щекотно. Сейчас приду. Мам, что? Можно я схожу к Мишке и спрошу, что нам задали? Я забыл записать. А ты лучше ему позвони. А у них все время занято. Ладно, иди, но ненадолго. Старый веник на окне маленькой квартиры, вместо супа на огне варятся пломбиры. Под столом сковорода, на шкафу кастрюля. Посмотри туда-сюда, здесь живет Чистюля. Посмотри туда-сюда, здесь живет Чистюля. На огне новенькой квартиры, вместо супа на огне варятся пломбиры. Под столом сковорода, на шкафу кастрюля. Посмотри туда-сюда, здесь живет Чистюля. Посмотри туда-сюда, здесь живет Чистюля. Раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас иду искать. Здравствуйте, Фросинья Петровна. Здравствуй. Уже в ванной играете. Другого места нет. Ах, детки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать опять. Мишка, занята. Сейчас Костик заявится. Ничего себе!
Заперлась вместе со мной на два оборота. Ой. Ох, я тебя сейчас съем. Меня, что ли? Очень сильно испугался. А разве бы вы не испугались? Она там наверху, она не знает, она себе не представляет даже, что я лежу несчастный под ее кроватью. В ловушке этой я совсем-совсем, как в западне. В ловушке этой я совсем, как в западне. И неизвестно, сколько-сколько мне придется здесь пролежать. Час, два. Но это еще полбеды. А если скучная вдруг книга ей попалась, и невзначай она заснет, и как сурок спать будет до утра? Что делать мне тогда? И утром как вылезти, как выбраться отсюда? А папа с мамой, ежели я не приду домой, да ежели меня всю ночь не будет, они с ума сойдут, поднимут шум, рыдать и плакать будут, и в милицию начнут трезвонить. Наш сыночек драгоценный, исчез ты просто с виду. Мы одни во всей вселенной. Буду плакать и томиться я, будет день тревоги прожит. Подавал всегда надежды, а теперь тебя впереди сиротливо ждет одежда. Обзвонил давно больницы я, грусть, тоска мне сердце.
Вас понял. Мухтар, ко мне. Если она будет спать до самого утра, тогда конец. Безвыходное положение. Но безвыходных положений не бывает, как говорит Мишка. Если бы он сейчас здесь оказался. Алле, хоп! Вот я и оказался. Ведь я как-никак тебе друг. А ты исчезни. Значит так, Ефросинья Петровна, тетя Фрося, читала. И так утомилась, что уснула и будет спать теперь целый день. Ладно, пусть спит. Только пусть не храпит. Неинтересно, когда храпят. А я тем временем... Ему хорошо. Исчез и все. А мне 20 лет под кроватью. Но тут есть и плюс. За это время я всю школу просижу под кроватью. И то все-таки хлеб. Да, но как быть с аттестатом зрелости? Вот в чем вопрос. Под этой кроватью не то что созрею, но и перезрею вполне за такой срок. У меня тут и борода вырастет до пола, и усы тоже. Проклятие. Что такое? Аттестат перезрелости вручает.
и на пенсию провожаем. Нашего дорогого Дениса Пантелеймоновича. Какой я, Пантелеймонович? Я Викторович. Отдыхай спокойно, дорогой товарищ. Прятал Я, кажется, задремал здесь. Не может быть. Тихо, караул? Да что вы, Просинь Петровна? Какой там караул? Это я, Дениска. Читайте дальше. Тихо. Караул! Тихо. Караул, режу! Бронила. Кто ее режет и чем? Разве можно так громко кричать неправду? Пожалуйста, у вас нет моего сына. Вы меня ради бога извините. Спасите, мне сказали, что мой сын пошел в гости. Бандиты. Где? А что ты там делал? Что с тобой приключилось? Ну что ж ты молчишь? Денис. А? Неудобно. У меня такое чувство, будто я и в самом деле просидел под кроватью ровно 20 лет. Палочка-выручалочка, Дениска! С хлебом ешь. Пап, ты придумал примету? Нет еще. Думаю. Не надо. Я уже придумал. Повесь, пожалуйста, на наш дом мамин портрет. Издалека буду знать, где я живу. Не выдумывай. Да, вот Костикова бабушка сказала, что ты самая красивая в классе. Повесь, пап, портрет. Ну, а почему бы и нет? В конце концов, в этом есть какая-то здоровая мысль. Красивые мамы. На каждом портрете на нас они смотрят открыто и прямо. Любуйся, прохожий, какие на свете бывают красивые, добрые мамы. Бывают красивые, добрые мамы.
Для них не нужны золоченые рамы, они без того симпатичны на диво. Красиво по-своему каждая мама, любовью своей материнской красиво. Любовью своей материнской красиво. Знакомая песенка слышится где-то, просторных проспектов плывет панорама. Навстречу ребятам смеется с портрета красивая мама, красивая мама. Красивая мама, красивая мама. Нас в детстве она забавляет игрушкой, порой мы о чем-то ей шепчем счастливо. Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, но будешь по-прежнему самой красивой. Но будешь по-прежнему самой красивой. До свидания.